Весной 1918 года по городу радостно передавались слухи о скором падении советской власти и о приходе каких-то избавителей. На Самару шла 20-тысячная, хорошо вооруженная армия чехов. Обороняли город небольшие отряды красногвардейцев, малочисленный гарнизон и добровольцы, зачастую впервые взявшие в руки оружие. Исход этого столкновения был предрешен заранее. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».